волне лимана парус наклоняя, и обогнув планеты нашей шар, пришел из кругосветки в Николаев, победою увенчанный кар. Его терзали штормы и туманы, его встречала стужа и жара. Он покорил моря и океаны и одолел коварные ветра. Под парусом другим, над берегом родным, звучит, как прежде, звонкая гитара. Из песни и мечты, из вечной высоты, мы сотворили крылья для икара. Из песни и мечты, из вечной высоты, сотворили... Здравствуйте! Сегодня, как вы видите, мы будем участвовать в одном походе, который случился очень давно. В 2000 году. Я тогда вот еще перед этим, лет за 10, за 15, думал, ой бы дожить до этого года, чтобы посмотреть, что будет после, в новом веке. Дожил, слава Богу. И мои друзья, которые сейчас здесь присутствуют, Сергей Лукьяненко и Саша. Скажи, пожалуйста, Саша Фомин, что ты ощущаешь, когда видишь такие кадры? Ну, конечно, это тоже ощущение такое. Это уже было 16 лет назад. Да. Вот как. Тоже волнительно. Но уже не так волнительно, как 16 лет назад. Когда я узнал из твоих заметок в журнале «Шкипер», что вас от Канады до Амстердама, да, зачислили... У вас был возрастной ценз. Вы были уже так старики по тем яхтенным законам, да? То что сейчас говорить? Вот смотрите, люди добрые, на этих двух парней. Молодые, нормальные, здоровые, хорошие. Я думаю, что все-таки вот этот морской воздух, он в пользу всегда идет, да? Не только здоровью, да? Однозначно. Ну, а теперь давайте посмотрим на карту, да? Итак, немножечко вместе с попутным ветром виртуально пронесемся этим маршрутом из Николаева в Бостон, через Средиземно-Черное Средиземное море, через Атлантический океан. Вот туда, вот наверх, и посмотрим, сколько миль за бортом оказалось. Значит, если взять полностью по всему кругу, то 15 тысяч миль. 15 тысяч миль, да? Да, 15 тысяч миль. Ну, это круг, это сначала аж до Амстердама через океан и назад, и домой. Вот 15 тысяч миль. Это, как моряки говорят, по генеральному курсу. Да. Это вот самая высокая скорость какая у вас была под парусами? Вы знаете, было и до 12, по-моему, до 14 узлов доходило. Да. Но это при хорошем попутном ветре. При хорошем попутном. Бакс так идет. Я знаю, что вы преодолевали иногда где-то больше 100 километров за сутки, где-то. Да? 160 еще даже да. было, да? Вот 14 узлов. Причем это довольно-таки, как вам сказать, довольно-таки редкая такая скорость под парусами. Особенно для икара. Он, в общем-то, тяжелый. Он тяжелый. И вот я должен сказать, что икар, он смотрится... Ну, с точки зрения дизайна, да, к примеру, он как-то смотрится таким, ну, броненосцем Потёмкиным только в яхтенном исполнении, мне так кажется. Не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Но, вероятно, наши конструкторы, наши кораблестроительного института продумали вот так, что он надежный был, да? Ну, видимо, так он создавался, чтобы первый под красным флагом обойти весь шар. Угу. И чтобы не было ЧП. То есть непотопляемый. Надежность в первую надежность, очередь. Надежность, да, в первую очередь. Угу. Не говорили там о комфортах, там еще о чем-то. Он должен был выполнить свою задачу, обойти вокруг земного шара.
Вот чисто мой вопрос такой любопытный. Вы проскочили Черное море от Николаева до входа за четверо суток, да? Почти вы ходили каналами, шли, под парусами шли, под мотором, или можно напрямую, вот от Очакова прямо туда? Да, я скажу. Значит, нам повезло в том плане, что мы когда уже вышли с Очакова и в открытое море, да. Вот как, и курс, дай бог памяти, по-моему, 180, это мы идем с севера на юг, то там никаких у нас ни каналов, никаких ограничений не было. Прямо на Босфор. Прямо, да? Прямо на Босфор, да. И это было меньше, чем четверо суток мы пошли. Ветер был хороший? Море, да, ветер был попутный. Но прохладно было. Да, но прохладно, было. Да. А сколько, когда вы использовали мотор? Мотор используется только на подходе и отходе, что называется, пришвартоваться и отойти. И, кроме всего прочего, двигатель используется при прохождении Босфора. Босфор считается акваторией Стамбула, поэтому под парусами там запрещено ходить, только под двигателем можно. Вот я хочу спросить, у вас же, наверное, случился большой шторм, да? От яхты мы оттолкнулись, что она такая надежная была, да, Икар? Ну, такой крепкий шторм вы застали? Я скажу тебе. Значит, видимо, вот это, Сергей согласится, это когда уже уходили из Канады по Северной Атлантике, и у нас, получается, с левого, это была ночь, я не помню, это август месяц, вот как ночь, значит, туда, куда надо идти, там огни. Вот как будто открытый океан, а там огни. Это Ньюфаундлендская банка, где со всего мира собираются моряки и ловят рыбу там. И вот там где-то до 9 баллов нам впервые за весь поход такое дунуло хорошо, что Немиров принял решение лечь в дрейф. И мы в дрейфе были что-то почти около 20 часов. Потому что туда, куда надо идти было нам, там огни, там рыболовные сети. И мы могли, да, не туда. Поэтому самое разумное решение было лечь в дрейф. За дрейф мы, конечно, постоянно были на вахте, вот, смотрели вокруг, как бы, глаза на 360 градусов. Но решение было правильно. А потом, когда поцелили по генеральному курсу, то мы еще продвинулись туда, куда надо, где-то порядка 30 миль. Конечно, это очень мало было за сутки, но вот такой шторм пришлось переждать, конечно. А самые большие, вот кроме шторма, какие еще опасности подстерегают моряков? У меня такое, я почитал, вот, что ты написал в своей статье, у меня такое впечатление, что там все время опасно. То рыбаки, то какие-то там какие-то корабли ходят НАТО, то что-то еще, да? Только увертывайся и выкручивайся, правда или нет? А? Ну, как сказать? Ну, не в океане, конечно. Я думаю так, что вот больше всех доставало на нас, Сергей, согласиться со мной, это вот когда безветрие. Вот это не находишь себе места, все. Просто это вот убивает, вот яхтсмена это убивает. Вот нет ветра, нет и нет. Штиль, зыбь, паруса хлопают, гик мотается со стороны в сторону, хода нет. Это, конечно, вот это выматывает сильно и здорово. В общем, от Средиземного моря самые яркие у вас двоих воспоминания какие? Ну, по крайней мере, когда шли обратно, когда мы шли Мессинским проливом, ссылой Харибда. Сколько я читал об этом, да и все знают, да. А мы проходили там около Мессинский пролив, и как раз вот этот Мессинский разлом, где-то знаменитое землетрясение было. Там цех, кстати, стоит какой-то у них храм, посвященный русским морякам, которые спасали людей, ну, как во время этого землетрясения. А чуть дальше пройти, это Харибда. Просто-напросто такой там мысочек за Мессинским проливом. А кроме всего прочего, еще там очень интересные были. Вот действительно, я не знаю, кого как, лично меня поразило их рыбаки, рыболовы, что называется. Представьте себе, значит, суденышко, может, чуть больше Икара, метров 16-20, но мачта в раза в два больше. Громадная, высоченная мачта. Не просто мачта, а какая-то фирма. И там в орудием гнезде сидит вот этот вот итальянец, который высматривает, а где же рыба плывет? И куда они там у него ловят? Для него в этом гнезде своя яхта меньше ногтя, наверное, да? Ну, наверное, да? Конечно, да. Да причем, если учесть на такой высоте, как амплитуда качки там идет у него. Это серьезно. Сережа, ощущение. За что ты отвечал на яхте? Я знаю, что Саша, он был... Он,
это как называется, Маркони, да? Маркони, да? Радиостанция. Радиосвязь. А я отвечал, был начпродом, за питание отвечал. О, вот теперь и разговор. Что вы ели и чем пополняли свои запасы, когда надо? За счет моря питались хоть раз или не было времени ловить? Вы знаете, ловили, особенно когда шли постоянно, ни одного дня у нас не прошло, чтобы мы не ловили, ловили рыбу. Да? Да, но ничего не поймали. В океане рыбы нет, как говорил наш доктор, в океане рыбы нет. А питались как? Сначала, естественно, да, еще интересный момент был. Когда мы выходили из Николаева, мы набрали, ну, взяли большой запас, естественно, каких-то продуктов. Кроме всего прочего, у нас было, по-моему, штук около 300 яиц. Угу. Ящик такой, большой ящик. Угу. Проходит неделя. Так. Так, а первую неделю у нас, ну, короче, мы на Гамбазе дежурили все по очереди. Угу. Но первую вахту на Гамбазе стоял я. Угу. Потому что я так более-менее был знаком до этого с что называется, с камбузом и с бытом, с икаровским бытом. А доктор наш, одессит, а доктор сказал, он пришел к капитану и говорит: Борис Степанович, все, я не гарантирую здоровье экипажа. Что такое? Яйца будут портиться. Ага. И все это дело пришлось, естественно, нам уничтожать. Это по Джеку Лондону, помните рассказ? Да, да, смог белье, смог, малыш. Да, и нам пришлось все это хозяйство уничтожать. Утром омлет, причем такой хороший, знаете, я уже не помню, сколько, но яиц не жалели. Яиц не жалели. В обед, значит, каждому поваренному яйцу, а то и два. Ну и ужин то же самое, яичница. Ешьте, пожалуйста. Ну вот тут очень сейчас самый главный вопрос, на который я бы хотел, чтобы вы ответили откровенно. Знаете, ну вот были какие-то же моменты, не может быть за полгода, чтобы не было, ну, вот такого, когда самый такой крутой случай, да, когда безвыходное положение, и Немирову надо было принимать решение с командой, без команды, как это было, и как вы себя чувствовали, как члены команды? Да, и как вел себя Немиров? Хочу откровенно, потому что все-таки, что в космосе на корабле, что на пароходе, что на корабле, где угодно. Вот это такая приживляемость всей команды, человек с человеком, это же проблема, правда же? Расскажите. Значит, у нас, в общем-то, скажем так, капитан, когда еще комплектовал команду, вот эта совместимость учитывалась. Угу. Мы были все, в общем-то, знакомы, кто-то больше, кто-то меньше, вот как. Все их смены однозначно, вот как. И все понимали, куда мы идем. Угу. Понимали. Мы не знали, что будет впереди, но знали, куда идем. Тем более, первые наши ребята, николаевцы, которые ходили в кросс-ветку, вот как много было рассказов, вот как о быте, там, о совместимости и так далее. Значит, я скажу честно, вот при Сереже здесь, как говорится, ребята, кто слышит, значит, вот таких вот случаев, которые бы что-то было, какой-то антагонизм или какая-то несовместимость, ну, не было, не доходило до этого. Были там, конечно, какие-то небольшие такие обеды, но они тоже, как же... Саша, ну, было же, наверное, когда Муха, он же человек, Немиров тоже мог ошибиться, наверное, было такое, но посмотрев в глаза всей команде, а он отгреб и принял другое решение. Такое было? Ну, решение его такое. Вот у нас вахта, допустим. Вот я помощник капитана, Сережа помощник капитана. Постоянно вахты меняются. Угу. Он на камбузе, я там вахта. Где-то и постоянно нет, что одни и те же шли. И даже не потому, что это, я считаю, это было правильно. Вот как у нас, допустим, на вахте здесь меняют разные места. Вот, так, чтобы знал, был готов там и так далее. Поэтому такого... Вот, ну, я скажу честно, просто, ну, не было, вот повезло. Повезло с людьми, повезло с капитаном, потому что он видел, тасовал, кто с кем, как чего, но он это свое видел, а команда капитана – это закон на яхте. Как вы впечатление от Атлантики, когда вы ее проходили? Ну, наверное... Мы все, кроме Немирова, впервые выходили в океан. Тебе не приходилось, да? Нет, конечно. Вот так. Это вся команда на палубе, это выходим из Сеута, выходим в открытый океан. Угу. И вот чувствуется даже воздух, ну вот другой, и вода другая. Вот почему это его величество океан, с большой буквы. Это ощущаешь вот всеми своими фибрами, что да, вот это уже даже не море. Море не видно берегов, а здесь дыхание совсем другое.
Вот на меня лично впечатление это осталось, конечно, на всю жизнь. Вот хочу, чтобы еще раз показали карту, если можно, да? И потом вот эти вот фотографии. Это покажите карту американской, пожалуйста, американский конечный пункт, американский берег. Вот смотрите, вот так, Атлантика, 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 и вот они пришли в Бостон. Нет, нет, это мы сейчас... Это Средиземное, сейчас мы выходим в Атлантику. Да. Выходите в Атлантику, но это пока идете. Вот пока вы будете идти, вот Бостон, вы должны были туда прийти, правда же? И вы пришли. Сейчас уже понятие украинская диаспора, это диаспора, это нечего делать, правда же? Это все понятно, это уже мы вместе. А тогда как вас встретила там украинская диаспора? Один случай, расскажите, пожалуйста. Ну, наверное, вот Татьяну, да, можно вспомнить. Да, про Татьяну. Значит, во-первых, Татьяна, они знали. Завалишина Давиньон. Те, которые нас встречали, они знали, что есть такая регата, что идет такая яхта, единственная с Украины, под украинским флагом. И встречали нас. Ну, не скажу, что там такие дифирамбы какие-то. Но когда этих людей мы не знали, и они тоже нас не знают, когда вышли на берег, всех обнимают, целуют. Встреча очень вот, сердечная. Да, как будто вот родные, скажем так, да. Да, и кроме всего прочего, постоянно приходили в гости, мы стоим, наш флаг украинский висит, постоянно люди подходят, заходят, видно, что они друг с другом не знакомы совершенно, да-да-да. Но они говорят, видят, о, Украина, це есть, це, это мы туда. И украинская мова оттуда, и украинская с американского мова, знаете, берега, да? Украинская мова, как это сказать по-украински, дуже відрізняється від той, якою ми спілкуємося сейчас в Николаеве, по крайней мере. Это зрозуміло. Да. Они, нет, мы понимали, конечно, все, и они нас понимали, но вот и считается, наверное, это и правильно, в общем-то, потому что люди оторваны от родины, они как-то, вы знаете, язык свой, в общем-то, культивируют, они берегут его. А теперь такой вопрос. Слышали, как дельфины разговаривают? Так, если приложить ухо к обшивке, и когда тихо, то, может быть, что-то можно было услышать. Видели, как падает метеорит или нет? Да. Да, расскажи. Да, и очень здорово. Вы знаете, рассказываю историю. Это были на вахте. Я и, ну, короче, я был на этой вахте вместе с Михаилом Владимировичем Терновским, который, кстати, он, что называется, ушел из жизни, и я пользуюсь сразу же мгновенно случаем. Завтра будет открытие выставки в Старофлотских казармах, посвященных Михаилу Владимировичу Терновскому. Да, так вот, мы сидим с ним на вахте. Ночь. И смотрим, значит, идет, ну, короче, туда на, ночью смотришь, на небо, на звезды, да. Полоса через небо, яркая, ярко-зеленая такая полоса идет. Видно, что летит какой-то болид или метеорит, и он причем начинается, когда он летел, он начинается распадаться. Видно, что от него отделяются такие, знаете, ну, как красноватые искры. Вот он прямо через весь горизонт прошел, ну, а куда он там упал? Неизвестно. Это ему только известно. А как вы ощущали понятие, что под вами 3 километра глубина? Когда купались, это без ветра. Все кричали, ничего себе, пляжик отгрохали. Вот еще одна вещь. Я хочу показать вот этот парусник, да? Я не знаю. Херсонес. Он называется Херсонес. Учебное парусное судно, вот, на котором... Вот на этой регате... Было вот две яхты, наша Николаевская яхта «Икар», это тоже украинская яхта «Херсонес». Где она сейчас, толком никто не знает, но это очень мощное парусное судно. И в принципе, конечно, и тогда наша Украина, и сейчас, и где бы то ни было, но государство всегда показывает... Не только свою мощь там военную, конечно, лучше экономическую, но вот и этими вещами, которые связаны со спортом. Я сейчас вот спрошу, что вот у тебя висит такая штучечка на шее. Что это такое? Это мы всем участникам этой регаты, всем участникам регаты, да. Значит, выдали вот такой вот пейджик. И все участники должны были носить его, да, когда выходишь на берег, да, в Амстердаме. Значит, он что давал? Значит, он давал возможность бесплатно ездить на общественном транспорте, это когда резной было.
всякие веселительные, вот колесо обозрения, там, да, всякие вот такие вещи, значит, когда подходишь, тебе бесплатно все это. Ну и что было еще приятно, что, ну, голландцы вообще не балованы. Балованы, у них это они все водоплавающие, как мы называем, они яхтсменов считают всех своими, вот, всех своими. И даже там подходили пиво, допустим, пить, увидел, что это, угу, раз, разойдись там быстренько, вот это, как бы свои люди, вот. В каждом у меня просто не сохранилось. По-моему, у нас еще в Галифаксе такие же были, да? В Галифаксе были, да. И в Бостоне были. Да, в Бостоне значки были. Да. Вот, когда уже пришли в Амстердам, ну, сколько было яхт, сколько было бригадей? Значит, изначально бригадей заявлено было вообще для участия в этой регате более 100. Угу. Почему конкретно не сказано, потому что кто-то заявился, а потом сошел, да, потом, да, кто-то, да, позже, да, заявился и так далее. Задача была регаты какая? Это, значит, отметить вход в третье тысячелетие под парусами, то есть берегите природу, знакомьтесь, дружите, мир, вот, на таком ноте, скажем так, это везде было, где встречали яхты. Вот это где, скажите, ребята? Вот это конкретно, это... Американский авианосец Джон Кеннеди, так, был приглашен на эту регату, так, но не как авианосец, а просто был приглашен как палуба. И там на палубе сейчас сидит 5000 человек в креслах, которые просто наблюдают парусный парад, который идет вот здесь, ну, вдоль причалных стенок Бостона. Вот для этого пригнали туда этот авианосец. Еще я знаю... То есть берега не хватало, чтобы, да, люди все поместились. Поместились, да, да. Вот как относятся там к яхтенному спорту, да, в Европе и в Америке? Я же знаю, что в Америке как раз был день, праздновали День независимости очередной. Ну, это 4 да? июля было. И вы видели выступление и президента Кеннеди, да? Нет, мы тогда не Кеннеди был, тогда был Билл. Клинтон. Вот как. Мы не видели, потому что мы тогда, видимо, были еще в походе. Мы, да, опоздали. Да, да, мы же опоздали. А теперь скажите, как случилась в океане встреча отца и дочки? А, вот это Сережа рассказывает. Да, это шли мы обратно уже из... Да, с Амстердама. На траверсе, да, Португалия была. Короче, Португалия рядышком была. Вот. И, в общем-то, Борис Степанович Немиров, он знал, что его дочка, которая являлась, она тогда была старшим помощником старпомом, она ходила на... Как, сухогрузе. Да, на лесовозе. На лесовозе, да. Она на лесовозе была. Пионер Денисский. Ну, мы встретились, да, встретились прямо... Прямо в океане. Прямо причем, в океане. Да, в океане. Причем, вы знаете, капитан этого лесовоза, он пошел на то, что он остановил судно. Это, знаете, это примерно, знаете, как это остановить судно в океане, которое идет, собственно говоря, своим, ага, маршрутом. Это примерно как поезд, ну, да, примерно как поезд остановится где-то там, я знаю, в поле. Вот, угу, увидел знакомого человека, остановился там, поговорит, ну, привет, Гриша, Миша. Вот это примерно то же самое. Остановил судно. Мы зашли на борт. И они зашли к нам, ну, ребята там, матросы, моряки, посмотрели на наш быт, мы немножко на их. Долго, конечно, не стояли, это не больше 5-10 минут, что называется, 20 Борис минут. Степанович. Да, 20 минут. 20. Обнялись, mm-hmm, ну, что называется, ну, все, до свидания, и расстались. Нам свежий хлеб, корабли. Да. Ну, что я должен сказать по этому поводу? Вот мы встретились, ну, вроде бы, как и без повода, а все-таки есть повод, вот где-то в этом районе день рождения вашего капитана, да, ну, вот день Бориса Немирова. Да. Я просто, мы так посмотрели, поговорили друг с другом, решили все-таки, что эти вещи не надо забывать. Все-таки это гордость николаевская, правда же? Однозначно, да. Это наша гордость и украинская гордость. Вот то, что сделали вы, ребята, это очень здорово. Это об этом, ну, никак нельзя забывать, понимаете? То есть я просто вам желаю и сейчас в вашей жизни, ну, такой молодости, здоровья, этого мужского крепкого рукопожатия, которое я с удовольствием сейчас с вами и произведу. Ребята, спасибо, что пришли. Живите, постараемся, чувствуйте ветер. Да. Пусть он всегда будет у вас где? За спиной, да? Кстати, Виктор Данилович, значит, вот Сережа, у него как раз день рождения, вместе с днем рождения Бориса Ивановича, 17 января, вот ему было бы 82 года, Борису Ивановичу. Ну, мы отметим обязательно. Ну, это святое дело. Да. Ну, все, вот такой был разговор.
об этом походе, об этих ребятах. Спасибо вам. До свидания. До новых встреч.